Снова здравствуйте. Это The Witch's House. Ну, как обычно, все как всегда. Все как всегда по-наркомански. И... Это я помню. Неужели я в прошлый раз... А, вот. Я испугался, что в прошлый раз я не сохранился, или типа того. Я помню, мы пролезали в эту дырку. Нет, в эту дырку мы, конечно, пролезали, как и во многие другие в этой игре, но нам надо куда-то сюда. И there's a hole. Да, я помню. Надо спустить. Ну, привет. Тебя здесь не было, насколько я помню. Хорошо. Это нормально. Куклы, бывает, двигаются сами собой. Скорее всего, она... заведена. Я помню это. Меня это совсем не пугает. Так. Подвинься, что ли? Я как-то начинал играть с энтузиазмом, а теперь я немножко напуган и смущен. Отодвинься. Ладно, не надо. В общем-то. Нет? Ладно, нет так нет. Это я тоже помню. Ладно, значит сюда. Что? Дверь закрылась? В прошлый раз она открывалась, насколько я помню. The pot is boiling. Stop the fire. Окей. Heated pot. Понюхать. Пахнет странно. Не по аппетиту. Посмотреть. Ладно. Открыть крышку. Search inside. Ага. ПСБ. Мы не сможем посмотреть, потому что... Так, там что-то есть, кажется. Ладно, чем мы можем воспользоваться, чтобы... Нет, точно не этим. Ладно, посмотрим, что здесь. Мы в прошлый раз сюда заходили, здесь было очень стрёмно. Да. Не очень приятная такая атмосфера. Мы здесь ходим медленно. Ни у одного скелета нет рук. Так, no Moses can have... Ага, я что-то нашел. Got gold chopsticks. Наверное, этим мы сможем подцепить... я даже не хочу проверять... что там было. О, боже. Как давно я не играл в эту игру. Вообще, в какие-то либо игры на запись. Только грёбаная дота. Так. The chopstick cut something. Я вижу тебя, я вижу, ты там в окне. Got a big ring. Эй, привет. Как дела, как жена. Такие же худые, да, как и раньше. Ага, смешная шутка, ладно. Так, big ring. It's blackened and smells foul. Хорошо. Ага, это за... Оп! Опять эта хрень. А мне и раньше пугало. Ладно, попробуем выйти. Ага, не открывается. Может быть, вот эта записка? Return things to where they were. Верни вещи туда, где они были. Значит, я... значит, я должен вернуть эти золотые chopsticks сюда? Это всего лишь... Не бойся, это всего лишь, черт побери, обычные... Так. Обычные тараканы. А вот черт знает. Wherever, Corbin, I saw it. Наверное, сюда. Что? Нет, пожалуйста, не надо. Я, пожалуй, уйду. У меня так дома предметы не двигаются. Плохой знак. Ладно. Фу. Кто-то... У меня есть 5 секунд! На что? 5 секунд! Чёрт! Это был нож. И только не говори мне... О, боже! Мне придется все это проходить заново.
Хорошо, я опять вернулся в это место. Так. Ну, все, я понял, что я неправильно сделал. Нам надо вернуться в камин, потому что той женщине не хватало кольца. Верно? Верно. You hear someone coming down? Окей! Стулья захватывают мир. Это нехорошо. Это совсем нехорошо. Стулья не самые лучшие хозяева для этого мира. Что это? Что с вазой стало? Нет, я вернусь, пожалуй, обратно и сохранюсь. Ух, ты не представляешься, как я рад тебя видеть, котейка. Держи свое гребаное кольцо и больше не спрашивай у меня ничего. Ну? This is my... Ты свинья, да? Это кольцо свиньи. Ладно. Отлично. Блять, что-то разбилось. Она только что посмотрела. Ладно. Ничего плохого. Что? Кто это? Ведьма? Она помогла нам. Она, черт побери, нам помогла. Кто-то на нас только что... Нахрен. Плохой коридор. Пройти я, конечно же, не могу. Не хватает одной куклы. И мы двигаемся намного медленнее, когда с этой куклой. Так. Вот так. Надо же. Это было легче, чем я думал. Оу. Оу, какой красивый сад. Почти как мой зад. Я имею в виду эту девочку. А, фу, нет, педофилы. Тесак, фу, нет. Йо. Симзиза. Ага, это верхний этаж. О, кофейко. А, нет, это чай. Хотя я и то, и другое не особо котирую. How do you do? Цветы обычно не разговаривают. И обычно они не спрашивают, как я... Как мне? Birds eat greenery. Да, птички любят... Ладно. Honestly, she's such a nuisance. Хуй... Nuisance! Почему я прочитал это как хуйсенс? Тоже хорошее слово, верно? Эй! Я, в общем-то, могу здесь остаться. Ну ладно. Неужели так трудно посмотреть под стол? Ладно, я подниму череп. Правда... Как-то это не очень хорошо. Черепа я обычно не поднимаю. У меня такое правило. Увидел череп, не поднимаю его, потому что ничего хорошего. Я как-то даже... Это было странно, я даже как-то не обратил на это внимания. Мы просто умерли и все. Попробуем сюда зайти. О! Опять. Этот дом держится на соплях. Then a girl came over to play. Милая девочка с золотыми braids. Я не помню, что это за слово. А, наверное, с золотыми волосами, косами. Black and there. Да, там слишком темно. Ладно, у меня есть череп, я могу пойти и сохраниться. Почему нет? Так. Book title The Talkative. Так, разговаривающие растения. Ага.
и могут разговаривать. Разные, вот их характеристики. Белые цветки самые красивые в саду, когда дождь идет, их цветки светятся. Красные растения умные, но они всегда врут, так что будь осторожен, разговаривая с ними. Желтые цветки. Понятно. Целебные и одновременно могут и убить. Это закрыто, к счастью. Медицина. Что? Ладно. Ладно. Что за растения? Они перешептываются. Someone's moaning inside. Эй? With heck. Так, медицина у тебя есть? Извини, нет. Оп! Меня плюнули! Это, знаете ли, не очень вежливо. О, черт. Big hole with... Нет, нахрен. Здесь нам блокируют путь. Ладно, лучше сохраниться. How do you do? Да зашибись все. Кроме того, что я никуда не могу пройти. Так, надо подумать. Поговорим с растениями. Желтый — это медицина, насколько я помню, да. Oh, want somebody X girl? Ох, oh, if someone did, yes, which is... Нет, давайте, меня никто не X. Oh my, you got quite big arms. У меня не такие большие руки, не надо меня судить. Так, I know, right? He's a fast and you'll die too. Ага, то есть убей цветки, и ты тоже умрешь. Тогда что же мы должны сделать? Не очень мне пока понятно. Ладно, котейка, иди сюда. Ну, вообще-то да. Ну, ладно. Спасибо все равно. Хотя бы за то, что поинтересовалась. Вот единственная адекватная личность в этой игре. Don't know how to X a flower. Вообще, я не очень хочу. Ну, ладно. No, three ways to... Ага. А, должен просто сдаться. Хорошо. Так, it was either cutting it up or uprooting it. Uprooting and plucking are both purpose ways to X. Да, но если я убью... Блять, этого здесь не было. Определенно не было. Я забыл, красные листки... Красные врут или... так, разгрыз... Да, но они могут врать. Действительно. Ладно, вот череп. Еще один. Но ведь у нас уже есть две штуки. Перед тем, как что-то предпринимать, надо сохраниться. Но я ничего не могу с ними все равно сделать. Здесь только дневник. Часам я притрагиваться не буду. Чревато последствиями. Что тут вообще едите? Нет. Может быть, белый цветок? Спасибо. Блин, я не хочу этого делать. Это все очень нехорошо. Выдерну с корнем. О, черт! Ладно, это был не очень хороший вариант. Ха. Тогда опрут. О! Если не подействовал способ опрут, просто попробую его еще раз. Это же логично. Я случайно. Нет? Ага. Так, но мы его не получили. Но...
Now that's mean. Да, это нехорошо. Но что поделать? Дерево, это ничего? Я говорил тебе быть тихим. Так, белые цветки самые красивые. А, да, теперь желтые будут рады. Потому что она самая красивая была. I heard it. Добрые цветы. White powder. Но зачем нам белый порох? Эй, давайте вы не будете дергаться. Мне как-то нехорошо. Кот, ты видел что-нибудь, нет? Только что рядом, нет? Ну ладно. Зачем мне белый порох? Может быть сюда? Ага. Это ничего не сделало совершенно. Но почему, когда я нажимаю... Нет. The person grabs the bars. Hey, give me that. Ладно, бери. Take the powder. Wait a sec. Don't have a... Without that, I can't even use this. О чем ты вообще? Выражайся яснее. Что-то невидимое вылетело. По идее, это... А, черт. Hidden in the darkness. Ладно. По идее, птица должна теперь жрать растения. Я туда не пойду. Просто дело в том, что вот здесь вот еще что-то. Вот что мне не нравится. Еще плюс здесь. The water is sealed by the skulls. Нет. Почему? А это что? Только не еще одна головоломка, пожалуйста. Здесь. Черт. Сейчас посмотрю, что внутри. Еще один череп. Пойду-ка я лучше сохранюсь. Все это совсем нехорошо. О, боже.